Привет всем! Если кто задумал создать свое собственное интро для своих видео на своем канале, хочу посоветовать сайт panzoid.com. На нем вы можете создать свое интро, а также можете работать с фонами, с текстами, с картинками. Ну, начнем. Курсор у меня плохо, но не выделен, поэтому буду показывать медленно, чтобы было понятно. Идем в левый верхний угол. Нажимаем на квадратик. У нас тут все выскакивает по-английски. Если вы будете работать в Chrome, можно перевести на русский. Вот. Нажимаем на вторую строку сверху. Clipmaker. Вот. Тут у нас выскакивают шаблоны интро, из которых мы можем найти то, которое нам больше подходит. Тут мы не нашли, нажимаем на внизу море. Тут их сейчас будет очень много. Чтобы более понятнее было, я сейчас переведу на русский. Вот так щелкнул правой кнопкой мыши. Вот, перевести на русский. Это в Chrome. Вот. Здесь вот, ну, по категориям топ. Все вот смотрим. Например, выбираем, какой нам подойдет. Но я сейчас не щелкаю их, не включаю, чтобы время зря не тратить. Так, ну вот давайте, например, вот моя радуга. Вот нажимаем, тут нажимаем открыть, у нас выскакивает окно. Вот он, наш текст. Давайте просмотрим. Нажимаем вот на внизу на глазочек и на play. Так. Чтобы нам вот этот вот текст заменить на свой собственный, нажимаем вот на объект, такой вот квадратик. Вот у нас выскакивает слово текст. Давайте я переведу на русский, чтобы понятнее было. Вот. Сейчас нам вот этот вот текст надо заменить на свой собственный. Тут много слоев, поэтому раз, два, три, четыре, пять. Пять раз нам надо будет заменить слово текст на свой текст. Вот нажимаем на первый. Вот выскакивает у нас тут такая вот. Вот он слово текст, который мы должны заменить. Давайте я напишу свое имя. Я его напишу. Вот я написал и нажимаем Enter. Вот у нас вверху оно появилось и изменилось здесь. Теперь аналогично меняем во второй строке на слово Игорь. Enter. Да, кстати, тут надо писать все по-английски. По-русски у вас не пройдет. Будут одни кружочки. Вот опять мы заменили. Сейчас опять меняем текст на слово Игорь. Enter. Опять меняем слово. И вот мы видим, как у нас здесь тоже меняется. Вот у нас появилось слово Игорь. Так, вот здесь мы можем менять шрифты. Это вы будете на, ну, кому какой нравится. Вот. Здесь тоже можно менять размеры. Но это вам надо сесть, ну, проэкспериментировать. Здесь вот цвет. Давайте поставим, например, красный. Вот у нас там красный. Вот внешность один цвет.
Вот давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот если мы все сделали, нам все понравилось, все откорректировали, теперь нам это надо сохранить. Так, вот нажимаем. Да, кстати, когда мы переводим на русский язык, тут у нас некорректно отображаются. Вот, нажимаем на камеру и начать рендеринг видео. Сейчас тут пройдет несколько минут. Вот. Вот она тут идет полосочка. Рендер пошел. Ну типа как конвертация, чтобы данное интро вы могли воспроизводить на своем любом плеере. Давайте вот мы подождем. Тут довольно-таки быстро идет, но в зависимости какое интро. Сейчас подождем. Вот у нас, когда все закончилось, нажимаем загрузить свое видео. Открывается страница, чуть-чуть ждем. И сейчас будет, вот она пошла загрузка. Вот наше видео загрузилось. Находим его в папке и смотрим. В формате МКВ сохраняется. И смотрим, как на плеере будет это все смотреться. Вот так у нас красиво получилось свое собственное интро. Так что так, если кому понравилось мое видео, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока. Жду вас на своем канале. Вроде бы мы с интро разобрались. Сейчас попробуем сделать надпись на фоне или на шапке вашего канала. Опять идем в левый верхний угол. Нажимаем. Выскакивает такая новая менюшка. Нажимаем на третью строчку сверху. Баск Грундер. Вот. Здесь нам предлагаются фоны, вот, разные. Ну, тут их всего 4 штуки. Мы давайте загрузим свой, вот какой нам понравился, например, вот мы в интернете нашли. Вот. Вот. Давайте я переведу сейчас на русский, чтобы вам понятнее было. Это тут только в хроме. Вот. Изображение. Вот я на рабочем столе тут уже сохранил, вот он, я его открываю, вот оно у меня открылось. Дальше вот вверх мы нажали, здесь вот написано текст, нажимаем текст, вот у нас выскочил текст, вот он текст,
вверху текст. Вот этот текст нам надо поменять на тот, который нужен нам. Но опять же, вы можете свой текст написать. Я вот как шаблон подпишись. Вот. Ввели и нажимаем Enter. Вот у нас появился текст. Так, тут мы можем его делать выше, ниже. Вот, ну, перемещать. Так. Он белого цвета. Как нам поменять цвет? Вот на шкала цвета. Нажимаем, выбираем цвет. Ну, к примеру, давайте красный. Вот я выбрал. Здесь выберите. Вот он у нас, он весь на красный. Так, не, так как-то некрасиво. Вот нажимаем, например, вот на конец цветовой полосочки. Давайте я возьму вот такого вот цвета. И возьму, чтобы красивее было, тоже вот щелкну посередине желтым. Вот у нас как получилось. Но у нас получилось, как вот она переливается. Но так мне не нравится. Вот тут есть угол градиента. Стоит 0. Нажимаем на 0. Вводим, ну, к примеру, значение 90. Вы можете там тоже экспериментировать. Нажимаем Enter. Вот у нас сейчас цвета стали сверху и снизу. Чтобы было покрасивее, мы вот этот вот ползунок, вот где мой курсор, двигаем в сторону желтого. Отпускаем. Вот у нас покраснело. Здесь тоже мы делаем. Например, вот так вот. Вот уже красиво стало. Вот. Ну ладно, если вот мы с цветом разобрались, опять же таки можно, я говорю, больше-меньше делать его. Вот здесь вот мы можем в выпадающем окне менять шрифт. Вот он, видите, меняется. Так, еще что мы можем сделать. Вот у нас тут есть вращение. То есть мы можем вот эту надпись повернуть. Ну, например, ставим цифру 3. Жмем Enter. Вот у нас он чуть-чуть повернулся. В зависимости, какую цифру будем писать, настолько будет он и поворачиваться. Ну-ка, наверное, на 50. Во как. Ну, тут можно сделать поменьше. Ну, это, опять же таки, вы будете делать по своему усмотрению. Все, я нажимаю 0. Ой, это самое, не туда. Даже сейчас вот я поверну. Вот. Так, что тут можно еще сделать? Тут можно еще этот текст подкорректировать. Вот, вверху, где у нас написано «Подпишитесь», опять нажимаем на звездочку «Добавить эффект». Тут тоже опять можно пощелкать, проэкспериментировать. Ну вот, слои. Вот сейчас так стало. Так, еще вот опять на «Подпишись». Сейчас мы контур сделаем. Вот как у нас красиво стало. Вот так у нас красиво стало. Можем куда угодно одно поставить. Короче, тут индивидуально сами можете экспериментировать с настройками. Вот. Как это все хозяйство сохранить? Так. Щелкаем вот по картинке. У нас вот так вот рамочка она получилась. Вот. Вот у нас скачать. Нажимаем скачать. Опять выскакивает начать рендеринг изображения. Нажимаем. Все. Вот у нас вверху выскакивает загрузить изображение. Опять такая же страница.
Вот внизу у нас наша картинка загрузилась. Давайте сейчас ее посмотрим. Где она? Вот она у нас. Вот она у нас, ну, картиночка. Но это я сделал так произвольно, чтобы вам показать. А так вы можете сделать на свое усмотрение. Написать тут любые надписи. Вот такой вот сайт. Здесь еще вот есть работа с видео. Сейчас мы закроем вот этот проект. Ну, это кому надо, тут вот работа с видео, тут всякие нарезки делать и тому подобное. Ну что, обзор данного сайта я хочу на этом закончить. Пожалуйста, подпишитесь, поставьте лайки, если вам, конечно, понравилось и интересно. Всем все, пока. Жду вас на своем канале.